Ну что ж, мы встретились. Всем привет, с вами Аделорин. И сегодня я буду играть в Мистер Мита, но уже на тяжелом режиме. Да, я вот такой рискованный. Хотя, не так уж и рискованно. Я, кстати, новогоднее обновление прохожу. Да, конечно, сейчас не Новый год. Уже прошел Новый год, но он еще новый, но только уже не празднуем его. Потому что мы праздновали его. Так. Он спускается, мистер Митик. Да я давно не играл в мистер Мита. Если честно, вот он. Вот так тебе. Тра-ля-ля. Тра-ля-ля. Ого. Ты даже так умеешь, ого. Я вот так умею. Тра-ля-ля-ля. Эй, ты чё? Я же мистер Митик. Меня нельзя обижать. Тебя можно прекрасно обижать. Так. Опа. Самый тупой персонаж это мистер Мит. Так, быстро. Нам надо ключ найти. Сегодня обычно пройдем. Потому что. Опа. Ты вообще как-то странно ходишь, если честно. Митер. Ой. Вообще. Опа. Не скрипануло. Так. Возьмем. Опа. Скрипануло. Ой-ой-ой-ой. Ничего себе. Ну ты и мразь. Если честно, теперь его кругом надо отбегать. А у меня? Опа. Кидаем. Если честно, рот, вот, не приходит на шумы. Кстати, может сегодня даже и выйти Ice Cream 3. Я не знаю, может быть и 14-го. Выйти, потому что день Святого Валентина. Ой. А я упадила. В принципе, это хард. И очень тяжело его пройти. Кстати, те, кто знает Топси, он, кстати, и придумал имя этой игре. Там, ну, не знаю. Так сделала. Ну, вообще у кейплерианцев хорошо все получается. Не знаю. Они более лучше делают игры. Не знаю. Они вообще самые лучшие разработчики, можно сказать. Они самые худшие. Самый лучший, можно сказать. Потому что я таких разработчиков не ожидал. У них игры вообще.
Они все такое придумывают, чтобы нам было приятно в их игры играть. Если честно, я не знал, что они испанцы. Кто знал? Ой-о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 й! Пока я с вами тут общался, ко мне пришел этот толстячок-молтячок. Да, если честно, у них вообще текстурки очень хорошие. Не, я вам серьезно говорю. Они текстурки хорошие делают. Вот снег хороший сделали. Как будто и не игра вообще. Вот реально жизнь. Кто тоже так считает, то лайк. Я так считаю. Потому что они самые лучшие разработчики. Самые прям... Опа! Вылезаем. Сейчас мистер Мётик придет. Давайте сюда залезем. И до сих пор они не открыли эту дверь маленькую. Конечно, проходил уже мистер Мита, но ладно. Кстати, можно вот так залезть? Да, разработчики очень хитрые. Просто так они не сделают для нас. Сейчас этот жердяй придет. Что с ним? Вообще тупой чувак. Самый тупой. Не, ну серьезно. Не, у киплерианцев хорошие игры, но и персонажи у них тупые, если честно. Прям очень. Но все равно киплерианцы молодцы. Они вообще молодцы. Они все лучше и лучше делают игры. Ну, где ты там меня увидел уже? Так, клещи мы нашли. Они там. Сейчас мы все откроем. И проверим. Так. И где ты, мед, мистер? Ой, да что ж такое? Я забыл Wi-Fi выключить. Ладно, подождите. Сейчас. Я выключил Wi-Fi. В принципе, все. Дерево как настоящее. Может, это и есть настоящее. Просто текстурка. Настоящий. Чё он меня опять увидел? Давай, давай. Опа. Прикол. Ха, прикол, не шумит вообще. И теперь от меня он не отстанет. Да блин, где он? А, вот ты где. Все. Оставить меня в покое. Музыка не прекращается. Правда, у киплерианцев бывают какие-то баги. Это один большой сплошной минус. Но это не обозначает, что это самые худшие разработчики. Вообще-то они вот эту игру выкупили. Если... Ну, вы, конечно, наверное, знали, что они купили эту игру. Но они сам Мистер Ханта купили. Я его все время Мистер Хант называю. Ну, вы меня поняли. Мистер Мит. Ну, купили эту игру, короче. Психопат Хант, короче.
Они купили эту игру и сделали Мистер Митом. Ну, конечно, Мистер Мит это назвал Топси. Эту игру. И переводит тоже Топси. Блин. Так, ты где там? Кокрю, кок, кокрю. Так, я не буду выбрасывать туда ничего. Тогда вот так пошумим, чтобы он пришел. Вот ты где. Чтоб я знал. Сейчас он меня по кругу. И что нагло так смотрит на меня? Наглость. Вообще наглость. Вот так смотрит на меня. Ах ты гад такой. Где? На, жри. Блин. Да, я его ноги видел. Прикол. Я его ноги видел. Так. О боже. Ну ладно. Ах ты. Как ты так быстро пришел? Тра-ля-ля. Ля-ля-ля. Тра-ля-ля. Быстрее бежи. Вот этот Мит не отстанет от нас. Да блин. Этот Мит не отстанет от меня. Мистер. Что, меня заметил? Он меня не видит. Взял, пошел. Ой. Я тупой. Так, какие нам ключи нужны? Всего лишь этот ключ? Серьезно? А, нет. Я там видел, еще перчатку надо. Все, мы это найдем. Только чтобы этот хрюндель мне не помешал. Это тоже. О. Ха! Прям как раз таки мне нужны эти вещи. Только надо пошуметь. А. Чем-нибудь, чтобы... Чтобы он сюда пришел. Привет. Не орал вообще. Вообще его нахардить легче проходить почему-то. Тупой. Ха, смотрите, как тупо смотрит. Ну, мы проходим игру обычно. Мы... Нам не нужны какие-то... Давайте берем круглый ключ. Опа, все. Только круглый ключ. Так. Так, кидаем. Давайте сюда. Где он меня увидел? А! Правда, когда он так быстро идет. Тупой чувак. Куда он уходит вообще? Давайте вот так слезем. Возьмем круглый ключ. Вообще на круглый ключ не похоже. Не знаю почему. Нам надо только брусок взять. Блин. Этот же не отстанет от меня. Блин. Он не отстанет от меня, серьезно. Так, я не знаю, куда он пойдет. Да блин. Надо его как-то вот окружить. Так, я не знаю, откуда он идет. Ай-ля-ля-ля-ля. Тру-а-ля-ля-ля-ля. Все, я ничего не делал. Да, ля-ля. Давно, если честно, в Мистер Мита не играл.
И что мне делать? Сейчас он мне всю вечность ко мне так будет ходить. Все время делать. Я и то не быстрый. Че он так? Ага. Все, мы его окружили. Теперь он меня. Блин. Но он так быстро не придет. Да нет. Времени хватит. Так, все. Нужен не сюда. Да блин. Мне как раз нужен ключ. Открыть машину. Ну ладно, вот так делаем. Где ты? А, блин! Прям к мистеру Миту. Ну ладно. Ничего страшного. Сейчас хрюндель придет. Давай, давай. Давай, иди жрать. Давай, 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 давай. Иди, иди, иди. Ты придешь? Эй, вот так. Молодец. Все, вылезаем. А, тут снег. А, да, точно. Слушайте, крыша. Блин, у меня уже эта музыка мерещится. Да. Ну, вообще, кеплерианцы молодцы. У них такие игры. Даже. Блин. Вообще интересные игры. Сейчас Митик придет и все сделаем. Митик, привет, Мит. Давай, давай. Ты думаешь меня напугать? Ты вообще не страшный чувак. Давай, давай. Он что, так долго обходил, что ли? Давайте закроем дверь. Если бы можно было закрывать двери вообще. Так, берем брусок. Бери. Бери. Так, он сюда сейчас придет. Мы окружим. Тра-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Все. Все, можно сказать, мы прошли опять игру. Нам чуть-чуть осталось. Да, все, уже. Смысла и нет вообще уже убегать от него. Потому что мы все прошли игру. Сейчас Митик придет. Что делать? Где кот искать? Ну блин, ну это нечестно. Кот, где искать теперь? Да я вообще до утра не пройду это. Ну ладно. Придется как-то искать. Да, пожалуйста. Где-то будь где-нибудь, кодик. Может, он в сарае? Если в сарае, то хорошо. Если нет, то... Нет. Так, в сарае его тоже нет. Это вообще нечестно. Ты что, меня заметил? Хотя его тоже. Так. Ну и что мне делать? Не проходить вообще игру? Так. Его как-то надо приманить сюда. Не знаю. Я не хочу рисковать, если честно, своей жизнью. А! Фу, хорошо, что вот так. Так, 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 так. Вернем его. Сейчас. Он такой смешной, если честно.
Вообще не такой страшный, можно сказать. Он смешной. Серьезно, я вам говорю. Кому? Вот он. Вот. Пля. Па. Ля-ля-ля-ля-ля. Тру-ля-ля-ля-ля. Быстрее бежим. А-а-а! Тут еще молоток нужен. Я вообще охренею. Куда кинуть бы? Виновидное. Вот сюда? Хотя, не знаю. Может быть, и не получится. Я же не знаю. Молоток. Надо молоток найти. А молоток на втором этаже. Так. Мид где? Мид. Опа, он там был. Видели его ноги? Я да. Так. Паровозик, дых-дых-дых. Автомобиль, 13. Дых. Так. Разбиваем стекло. Выбрасываем это все. Ух, я монтаж опять не буду делать. Не знаю. Опять ты здесь-то. Ладно. Подождите. Так. Что, отсюда, что ли? Да ну. Да он вообще телепортируется. А-ля-ля-ля-ля. Тру-ля-ля-ля-ля. Отстань. Опа. Закрыли двери. Не заметил? Серьезно? Ну ладно. Давайте вот так. Да его поднимем. Вот я. Тупой. Ну где? Тра-ля-ля-ля-ля! Тра-ля-ля-ля-ля! Вот это рисково было. Что? Я вообще пройду игру? Или тут 20 минут сейчас буду вот так бегать? Не знаю. Надо его как-то где-то приманить, чтобы меня оставил в покое. Давайте его приманим. Все. Надо его очень далеко приманить, чтобы он меня этот... Ну, короче, не поймал. Вот. Давай. Беги, беги, беги. Бежи, давай, бежи. Давай, бежи. Дверь. Все. Можно сказать, мы прошли игру. Опа. Все, она? Все. Фух. Фух. Я еле это сделал. Ой. Я еле это сделал. Только надо применить красный ключ и все. Так, он открыл. Да. Давайте его сюда ключ кинем. Он отсюда куда-то. Да он туда пойдет и все. Где он увидел меня? Странный какой-то, если честно. И странно увидел меня. Ты где? Блин, уже долго идет видео. О. Ха! Сейчас он... Смотрите, как смотрит на меня. Вообще, вообще жака. И почему-то он туда идет. Странно. Очень странно.
Ну, я могу с ними посоветоваться. Ну, если перевести это все на английский, и все. Если еще какой-то ключ, я офигею. Я вообще не пройду игру тогда. Фух. Я прошел наконец-таки. Мы все. Наконец-то прошли игру на харде. Я это сделал. Конечно, тупил. Ну ладно. Ну какую-то превьюшку сделаем, давайте. Скриншот. Ну все, вроде. Мы прошли игру этим легким способом. Ну, как? Ну, обычным способом. Ладно, с вами я, DeLorean X. Всем пока и до новых роликов.